Соответственно, для тех, кто хочет большего, для тех, кто уже понял, что эта тема ему интересна, и он понимает, насколько выгодны могут быть социальные сети для его либо личной жизни, либо его бизнеса, я хочу представить вашему вниманию новинку от нашего издательства. Мультимедийный курс «Социальные сети. Все моменты от легкого старта до раскрутки и монетизации». Естественно, на DVD. Автор курса Михаил Зуев. В чем главная особенность данного курса? В чем его фишка? И отличие от подобных курсов, которые существуют в сети? Отличие в том, что он охватывает весь спектр социальных сетей, которые могут быть вам необходимы. А именно, Facebook, Twitter, ВКонтакте, LiveJournal и мой круг от Яндекса. 5 социальных сетей в одном видеокурсе. Принципиальная особенность данного курса – это пошаговость обучения. Все, о чем рассказывает автор, рассказывается последовательно, по шагам, раскладывается по полочкам. Вы начинаете знакомство с каждой из 5 социальных сетей с регистрации аккаунта. Далее настраиваете свой профиль, после этого заполняете анкету, учитесь работать со стеной и различными приложениями, которые есть в данной социальной сети. Они могут по-разному называться, поэтому я не буду их перечислять. Кроме того, далее вы изучаете интеграцию данной социальной сети с другими социальными сетями, учитесь искать друзей и, наконец, учитесь оптимизировать свой профиль, чтобы вас могли найти интересные вам или нужные вам люди, либо ваши друзья, либо незнакомые вам люди. В общем, учитесь оптимизировать свой профиль для того, чтобы быть активным пользователем этих самых социальных сетей. А в итоге, вот так вот пошагово рассмотрев каждую из социальных сетей, изучив данный видеокурс, вы изучаете весь функционал, имеющийся в данных социальных сетях на данный момент времени. Все, что я перечислил, это только первая часть курса. Она называется теоретическая, хотя на самом деле там совсем нет теории воды, все рассматривается на примерах. Есть вторая часть, которая называется практическая. И вот она представляет, наверное, самую большую ценность, хотя неотделима от первой. В ней Михаил Зуев рассказывает о практике раскрутки и продвижения с помощью социальных сетей. Причем это не голая теория, это реальные примеры из личного опыта автора. Вторая часть целиком выполнена в аудиоформате, потому что там нечего показывать. И это составляет дополнительную ценность для вас, потому что вы не привязаны к компьютеру, вы можете загрузить данные аудиофайлы в свой плеер, в любой плеер на вашем компьютере, на вашем портативном устройстве и прослушивать его в удобное для вас время. Всего общая продолжительность курса составляет 6 часов. Кто-то скажет, что это мало, а я вам скажу по личному опыту, что очень малый процент людей действительно способны осилить больший объем информации. К сожалению, когда ты выпускаешь глобальные масштабные курсы на 20-30 часов, мизерный процент людей их на самом деле изучает. Курс социальной сети создавался в надежде на то, что каждый, кто его купит, изучит и применит на практике все те вещи, о которых говорит автор. Вот что конкретно вы научитесь делать, просмотрев курс «Социальные сети. Все моменты от легкого старта до раскрутки и монетизации». Во-первых, вы изучите всю техническую составляющую работы с социальными сетями. Другими словами, научитесь работать со всеми настройками и приложениями, которые имеются на данный момент в 5 самых популярных социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Мой Круг и LiveJournal. LiveJournal это не социальная сеть, но своего рода социальная платформа, достаточно популярная и крайне полезная для вас. Поэтому мы ее включили в данный курс. Будем условно считать ее тоже социальной сетью. Далее, вы научитесь создавать собственные сообщества. В разных сетях они могут называться по-разному. Где-то это группы, где-то комьюнитис. Неважно. Это сообщество, то есть ваша личная группа. Вы научитесь их создавать, администрировать, руководить ими и так далее. Следующее. Вы научитесь раскрутке с помощью социальных сетей. И еще раз подчеркиваю тот факт, что это не голая теория, это реальные примеры из реальной практики автора.
Как вы знаете, Михаил Зуев долгое время был консультантом по, скажем так, компьютерным вопросам. Социальные сети позволяли ему очень хорошо находить клиентов. С 2007 года он ведет собственный бизнес в сети, и поскольку мы с ним работаем рука об руку, можно сказать, я постоянно удивляюсь его способности либо самостоятельно, либо с помощью других людей, дав им соответствующую информацию, находить нужных людей, выходить на них, налаживать контакты и так далее. Об этом чуть позже. Итак, раскрутка с помощью социальных сетей от автора практика. Следующий пункт, очень важный, подчеркиваю особо, поиск новых идей. Вы научитесь выходить на новые идеи для вашего бизнеса. Кроме того, как побочный эффект, узнаете, как исследовать спрос на рынке с помощью социальных сетей и выявлять потребности рынка. Это настолько важное преимущество и настолько важная информация, что по одной только этой теме можно было бы записать отдельный курс. И, наконец, последний пункт, не менее важный, это возможность, вернее, навыки по налаживанию контактов с так называемыми крупными рыбами. Задумайтесь о том, какие потрясающие возможности перед вами открываются. Когда еще в истории человечества президент России или президент США находился на расстоянии одного клика от вас? Да никогда в истории такого не было. Сегодня с помощью социальных сетей это реальность. И что уж говорить о тех потенциальных партнерах, с которыми вы хотите наладить контакты, скажем, в каком-то своем бизнесе, который отнюдь не президенты стран мира. Они тоже есть в социальных сетях, и с ними гораздо проще контактировать, и их более чем реально словить именно в социальных сетях. Контакт с крупными рыбами – это еще одна вещь, которую вы научитесь, просмотрев курс социальной сети от InfoDVD. Ну и, наконец, цена и условия – наиболее важные в сегодняшних условиях вопросы. Давайте посмотрим на вещи следующим образом. В сети вы можете найти какие-то разрозненные обучающие курсы, рассматривающие какие-то отдельные социальные сети. Например, курс по Facebook или по социальной сети ВКонтакте, либо какая-то узкая тема, как строить контакты с помощью социальной сети, либо как заводить знакомства с помощью определенной социальной сети. Цена подобных курсов разная. Она варьируется от 1800 рублей. Это самый дешевый курс, который я нашел, причем я отнюдь не могу ничего сказать про его качество, до 3500 рублей. Это исключительно обучающие курсы на DVD. Если говорить о каких-то офлайн-семинарах, тренингах и так далее, то там цены просто астрономические. Тема социальных сетей сейчас на подъеме. Тема продвижения в социальных сетях жутко актуальна среди маркетологов, социальный маркетинг, и поэтому на этой теме все хотят заработать. Собственно говоря, поэтому и гнут цены. Но давайте посчитаем с вами по минимуму. Один курс по отдельно взятой социальной сети минимум обойдется вам в 1800 рублей. В нашем курсе рассматривается 5 социальных платформ. Соответственно, стоимость курса должна составлять 9000 рублей. Но, слава богу, это не так. И я хочу вас обрадовать и сообщить, что если вы воспользуетесь нашим предложением, то данный курс обойдется вам более чем в 5 раз дешевле. Более чем в 5 раз дешевле. Что ж, каковы условия? Курс поступает в продажу 22 августа. Это следующий понедельник. Его цена составляет всего лишь 2100 рублей. За полноценный обучающий курс на DVD-носителе в эту сумму включены все расходы на производство и доставку. 2100 рублей вы платите и получаете DVD-диск. Если же вы хотите получить диск в цифровом виде, то есть после оплаты, получить ссылки на скачивание, то курс обойдется вам еще дешевле, всего лишь 1900 рублей. Вот такая цена на этот курс. Это меньше, чем вообще... Не то чтобы где бы то ни было еще, это дешевле, чем можно себе просто представить. Всего лишь 2100 рублей за подобную информацию, это по сути даром. Но и это еще не все. Как обычно, в день релиза, я напоминаю, релиз 22 августа в понедельник, первым покупателям скидки и очень внушительные. Первые 150 покупателей смогут получить диск всего лишь за 1850 рублей. А цифровую версию всего лишь за 1650 рублей. 1650 рублей. Вдумайтесь в то, какая смешная эта сумма. Но
Подобным условием смогут воспользоваться только первые 150 пользователей. И вообще данная скидка будет существовать не более 3 дней. То есть, если первые 150 пользователей придут за первый час и купят, то цена вырастет до 2100 и 1900 рублей. Если 150 пользователей за 3 дня не наберутся, цена все равно вырастет и будет составлять, как я уже сказал, 2100 рублей за физическую версию, 1900 рублей за цифровую. В завершение я хотел сделать то, что забыл, показать вам меню диска. После того, как вы вставите диск в дисковод, автоматически всплывет вот такое вот окно управления контентом диска. Как вы видите, две части, очень просто все и понятно. Техническая часть, кликнув по которой вы переходите в список видеоуроков по социальным сетям. И практическая часть, которая, как я уже сказал, выполнена в аудиоформате, где рассказывается о том, как раскручиваться и продвигаться с помощью ИВ в социальных сетях. Очень простое меню, совершенно стандартное, ссылки на другие обучающие курсы, ссылки на другие бесплатные обучающие курсы, ссылки на службу поддержки, справка, что делать, если не проигрывается видео, меню можно передвигать вот так, как угодно по рабочему столу. В общем, пользоваться диском одно удовольствие. Что ж, у меня все. Я надеюсь, что вы примите ту информацию, которую я с вами поделился, к сведению. Я искренне рекомендую вам в понедельник совершить свой заказ на самых выгодных условиях. И удачи вам! Если что-то по данной теме вам непонятно, обязательно посмотрите наш бесплатный видеокурс. Обязательно посмотрите видеопрезентацию, которую я отправлял в среду. Либо напишите нам на e-mail и задайте свой вопрос. До встречи в обучающем курсе «Социальные сети». Все моменты от легкого старта до...